Всем привет, это Валерий. Сегодня мы были в миграционном офисе с моей женой и с ребенком. Беседовали с офицером. Офицер сказал, что мы должны ждать суда. То есть нам назначат суд, назначат интервью с офицером по нашему кейсу. Значит, нам выдали ID. ID простые. Там фотография, дата рождения, имя, отчество, штрих-код. Показали фильм, как мы должны себя вести. То есть должны употреблять никакие интоксикации, алкоголь. Не попадать ни в какие неприятные ситуации с полицией. Иначе будет арест и иммиграционная тюрьма. То есть пока мы находимся, скажем так, на доверии. По поводу снятия браслета, когда я спросил офицера, она сказала, что браслет, возможно, снимут, но через некоторое время они должны сначала убедиться, что мы проживаем в этом месте, что мы являемся вовремя на appointment, назначенную встречу. Следующую встречу нам назначили ровно через 2 недели, это будет 8 августа. Еще нам сказали, что нас посетит офицер дома через 2 дня, в пятницу. Он должен посмотреть условия нашего проживания, где мы проживаем. Ну и все такое. То есть, пригодны ли условия для проживания. Что касается сроков, точных сроков нам не сказали, потому что они разнятся. Некоторые ждут год, некоторые месяц, некоторые 1,5 месяца. Поэтому мы не знаем даты нашего суда. Нам сказали, что нас заблаговременно там за 2-3 недели предупредят, чтобы мы подготовились с адвокатом, наняли адвоката. Ну, всячески подготовились. Вот. На сегодня информации больше нет. Всем удачи, хорошего дня, счастливо.